Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. Dave Torelli scores the contest 30-27, Gastelum. Eric Cohen scores it 29-28, Till. And Chris Lee scores the contest 30-27 for the winner by split decision, Darren the Gorilla Till. Итак, я с победителем Дарреном Тиллом. Даррен, это твой первый бой в среднем весе, и ты сразу же вышел против одного из лучших, против одного из топовых претендентов Келвина Гастелума. Как ты себя чувствуешь в среднем весе? И поделись своими эмоциями от поединка. Я думаю, прежде всего я хочу сказать, на этот поединок я выходил и возвращался из очень тяжелого положения. Перед боем с Вудли я чувствовал себя неуязвимым, а затем потерпел два жестоких поражения. И теперь я поднялся. И, по моему мнению, бился с бульдозером среднего веса. И да, это был близкий бой, победу могли отдать любому. Но слушай, я доказал, что те, кто сомневались, были неправы. Так что пишите мне сегодня, попробуйте что-нибудь вякнуть. Пошли вы! Как ты себя чувствовал в 185 фунтах, при том, что тебе не пришлось истощать себя? Да я все равно был истощенным, потому что я всего два дня назад прилетел сюда. Так что, знаешь, я чувствовал, что Келвин был посильней. Думаю, ребята в среднем весе будут иметь преимущество в мощи надо мной, так что над этим надо будет поработать. Мне 26, и я в коумейн-ивенте в MSG. И знаешь, я просто счастлив находиться здесь, я хочу вновь подняться. И я хочу быть скромным и наглым в то же время. Так что пошли все, кто сомневался во мне, да? Поздравляем, сэр, добро пожаловать в средний вес. Даррен Тилл, леди и джентльмены.